Хочешь смотреть правильные видео про Америку? Подписывайся на канал Чиж Нью-Йорк. Чиж Нью-Йорк, ссылка в описании. Главный канал США. Вчера я ходил на рождественское шоу, называется Christmas Spectacular. Вот, очень прикольное шоу. Ну, конечно, такое немножко, может, детское, но прикольно то, что здесь оно есть. Я у себя на ВКонтакте выложил там парочку видео. Там есть световое шоу на 6-й Эвеню, а нет, на 5-й Эвеню, магазин называется Сакс, ты там был, да? Да, так вот зашел и вышел, блядь, потому что этот магазин не для меня. Нет, ну магазин дорогой, но там на фасаде они делают такое световое шоу, каждый год оно меняется, ну в общем какая-то тематика Рождества, вот я запостил пару фотографий, видео, очень все равно приятное ощущение, что вот какое-то ощущение праздника. Вот, и шоу было такое вот там, извиняюсь, они называют это ракетс, такие, в общем, ракеты, то есть там, по-моему, сколько их, 48, что ли, или 38, я уже забыл, а вот, и они там канкан танцуют, то есть все вот так вот одновременно ноги поднимают, одновременно рогатки, двигаются. Рогатки раскрывают. Да, и там как бы был один момент очень прикольный, когда они стали друг за другом, и первый начинает падать, они как солдаты, а другой его вот так поддерживает. И они потихоньку наклоняются, и вот этот эффект домино. Ага. И они сделали, как знаешь, пушка стреляет, и типа попадает снаряд, и они по очереди так падают. Но они сделали как замедленно, и так, slow motion, знаешь, такое. И они такие, шоу, то есть они, слушай, одновременно синхронные движения делают. То есть они там снежинку делали, они вот так разворачивались, ну, в общем, классно, интересно. Ну, так что? Лёх, почему видео стали короче? О чём? Сегодня стрим? Хмурый Винни-Хой. Хмурый Винни-Хой. Винни-Хой. Спасибо за открытие. PS2. Как долго будут идти до РБ? Ну, смотри, ну, 3 недели точно. Да, нет. Ну, я смотри, как... сейчас Christmas time. Да, Christmas time. Но забитая почта. Да, но оборот посылок намного снизился. Это мы, кстати, об этом сейчас поговорим. То посылки, а это открытки. Открытки посылки, какая разница? Ну, легче. Все идет в одном контейнере. Дело в том, что я сейчас разговариваю с бизнесменами из Москвы, все плачут. Они приходят и говорят, что, значит... вот, говорит, вот чувак мне пример приводит, говорит, вот я авторынок открылся в Москве, вот, говорит, 5 лет назад, и, говорит, я зашел, все нормально было, сегодня, говорит, я зашел, процентов 60 свободно, то есть вообще ничего. Это эти, как его, контейнеров или как? Нет, вот он авторынок в Москве, то есть, ну, мест нету. Говорит, люди в Москве не покупают уже йогурты, говорит, вот раньше ты заходил. Да, ладно, да. В Москве все покупают. Ты послушай. Там послушай, я тебе говорю, я общаюсь не с... Как тебе на новом месте? Я общаюсь... PS, спасибо за открытки. PS2, как долго будут идти дальше? Я, смотри, я общаюсь не с просто там, как обывателем, да, который... Я общаюсь с человеком, который занимается бизнесом, и он говорит, вообще у людей денег нет, все везде пустеет, редеет. Говорит, вот в Москве стоишь в супермаркете, да, вот, и на полке лежат йогурты, их никто не берет, уже все, люди берут. Они только... Дорогие, что ли? Ну, люди экономят, потому что, смотри... Ну, йогурты вроде не очень смотри, дорогие. Все начинают... Ну, понимаешь, там сервелат какой-то. Ты можешь мне, можно закончить или нет, блядь? Можно кончить и снять все это на видео. Да, вот. И у людей мало денег. Соответственно, товарооборот тоже уменьшился. Вот я смотрел, я сейчас делаю налоги. Вот, я смотрю по месяцам. У меня, начиная с августа, каждый месяц идет тенденция вниз, снижение. Вот. Поэтому, что касается открыток в Белоруссию. Значит, открытки в Белоруссию будут идти... Мы отсылаем прямо сразу, то есть, грубо говоря, ну, да. вот поступил там любой заказ, открытки или посылка, вот как она только у нас сформировалась, а у нас отправка кроме воскресенья, мы отправили сразу, теперь в Беларусь, она вначале долетит до Москвы, а из Москвы она полетит в Белоруссию, до Москвы сейчас доходят посылки за дней 10, вот, а сколько оно будет идти в Белоруссию, это может и 20 идти, то есть, Да, это рядом. Оно рядом. Но дело не в расстоянии, а дело в сервисе, который они оказывают.
Вот, поэтому я не могу конкретную дату сказать, я могу лишь только сказать, что мы отправляем это прям день в день, чтобы это было быстрее, а дальше это все зависит от местных почтальонов. Про открытки, кстати, кто хочет открытку из Америки, смотрите, ссылка в описании. Вот, мы вам отошлем открытку. Не пишите только свой адрес, пишите свой ВКонтакте. Мы обязательно вам напишем во ВКонтакте, чтобы ваш адрес на экран не выходил. Теперь касается по видео, почему они стали короче. У меня, когда я снимаю видео, у меня нету конкретного хронометража. То есть, если у меня вот есть сказать на 10 минут, значит, видео будет 10 минут. Если у меня есть сказать на час, значит, видео будет час. Вот, поэтому как бы про Лас-Вегас я единственное, что не досказал, но уже я устал, я это видео пересводил на 3 или 4 раза. Подожди, это новое или старое? Новое, да, вот вчера только вышло. Ты вчера только с Лас-Вегаса приехал? Я из Лас-Вегаса приехал летом, видео просто сделал вчера. Ну ты по срокам, конечно, затягиваешь. Летом Лас-Вегас, уже новогодние елки надо снимать. Ну, у меня девиз по жизни: лучше поздно, чем никогда. Ну, я согласен, но сделать качественно. Сделать качественно, да. И я единственное, что в этом видео не добавил, это там гостиница Мандалай Бэй, я ее показал. Те, кто знают, те в курсе. Да, это оттуда чувак расстреливал с этой гостиницы. Это был самый большой массакр в истории Америки, где там шел рок-концерт, а он со своего номера поливал всех из автоматического оружия. И я почему эту гостиницу-то снял? Я вот с тем типом, у которого я был в номере, он мне говорит: а вот посмотри, вот это Мандалай Бэй. Мы когда на улицу с ним вышли, я говорю: о, надо снять. Я уже потом, когда видео сделал, забыл, что я об этом не сказал. Город грехов, оно как раз бы дополнило, что там типа секс, проституция, все, да, а вот еще здесь людей убили, то есть это действительно город греха, короче, то есть там в Лас-Вегасе вы... Ну да, да, вы в церковь не пойдете, когда вы будете в Лас-Вегасе. Не, ну почему, если только расписаться эффективно. Не, ну а зачем церковь? Сити-холл. Вот. И, значит, вот это я единственное не досказал, мог бы доснять, но я вам говорю, у меня компьютер уже слабенький по нынешним моментам, потому что я 2 или 3 года назад покупал этот компьютер, и тогда он был нормальный, покупал я его для музыки, а сейчас постоянный software апдейт идут, и я видео делаю, он еле тянет. Все тяжелое, да. Они все тяжелые, все 4К, все это требует обработки, и поэтому как бы я долго пересводил, я когда уже финальную версию свел, я говорю: блин, вот это надо было сказать, все. Поэтому оно 12 минут, ну было бы 12,5. Поэтому как бы такая длина. Плюс черные форцовщики, да, у которых он предыдущий компьютер покупал, он потерял контакт. Походу их приняли. Ну да, Apple называется. Вот. Black Apple. Black Apple. Смотри, по поводу Москвы, я тебе говорю, товарооборот снижается, люди плачут, ну, денег я не нет. В курсе, видишь, санкции, мне никто ничего не рассказывает. Санкции дошли, в конце концов. Но санкции уже много лет. Да, много лет, но теперь они как бы замели. Что, йогурт нельзя купить? Там йогурт копейки. Смотри, я видел мем, который там... Кушайте меньше. С Нового года повышается то, повышается все, повышается пятое, повышается десятое, это пипец, 20-е. Я вообще не понимаю, зарплата, с чего оно все это повышается. А зарплата не повышается. Мне чувак рассказывает, он говорит: смотри, у меня на точке нет кассового аппарата, я плачу патент какой-то. В прошлом году он был 220 тысяч, в этом году 310. Он говорит: а я больше не стал зарабатывать. Ну, да. Налоги там были такие, стали другие. Самозанятых опять налог, они там теперь, короче, Сбер чуть ли, я не знаю, насколько это правдивая информация, чуть ли не автоматом будет снимать 4% со всех физиков. Ну, это говорят, переводов. Так еще пока неизвестно, что ну, они это сделают. Ну, это же как бы будет типа налог на самозанятость, и все хуже, и получается как? Один человек другому заплакал: вот, мне плохо. Ну, да. Другой подумал: да, наверное, тоже будут сохранять. По цепочке пошло, люди покупают только колбасу и туалетную бумагу. И не самую лучшую колбасу. Да. А остальные деньги, как бы, они оставляют себе, чтобы, это самое, как его, чтобы сохранить на черный день. А когда люди не тратят, а наоборот сохраняют, экономика замедляется. Да, конечно. Поэтому да. Люди должны тратить, чтобы экономика развивалась. Ну, вон Володя вышел и говорит: не крахоборьте, тратьте, че вы. Да. Типа, я пока икорку поем, да, черную. Смодриенко. Или кто там я. Если было бы с чего тратить, еще понимаешь, в чем дело. Ну, да. Тут это как бы политика, все-таки это опять же отдельная тема, она скорее грустная, чем веселая, и как бы вот она сначала интересная с одной стороны, тут... а потом она
опять становится грустной, поэтому ну, политика даже, это... Тут даже не сколько политика, а сколько я просто... Грустно говорю, немножко. Я просто говорю положение вещей. А что грустно с людьми? Слушай. Ну как, они... люди-то ни при чем тоже, слушай, обещал там, я там то, я там все, нифига не делал. А делать, он а что? Только... А он не виноват. Как не виноват? Слушай, они там нефть продавали, продают, там вооружение продавали, продают. Что у них там? Доходы их не уменьшились. А вот... Ты понимаешь, в чем дело? Россия – северная страна. Ее протопить очень тяжело. Много расхода идет на протопку, на стройку. Если здесь, например, взял картонный дом, поставил, понимаешь, как бы во Флориде. Его ветром снесло. Да, его ветром снесло, но... Давай, что ты сидишь там? Не, мне нормально. А мне что, плохо? Мне тоже нормально. Вот, а поэтому как бы... Вкусняху из Евросоюза раздавим. На йогурт денег не хватает. Санкционочку. Так. Да, это, Саша, разбавуха в Брайт, они где-то делают. Это не к тебе приехал. Это Серега приехал. Серега что-то пропал куда-то вообще. Как, вы же настримили. Ну вот и все. И не ну, что же, популярно зашкаливает, не успевает со всеми встретиться. Походу там забито все, расписание, знаешь такое. Так, не понял. Как вы в номер, это Фиду Папуле? Вообще ничего не понимаю. И какое отношение этот мужик имел к номеру или к оперу? Чем можешь рассказать вкратце? Ты вообще понимаешь, о чем речь? Да. Ну, видишь, мы хорошо, попали, хорошо, что он... Слушай, мы попали не в номер к Дэвиду Копперфилду, мы попали про Лас-Вегас. Идентичный номер. То есть смотри, какой прикол. Да. Мы сидим, я рассказываю историю, мы сидим, играем в покер. И чувак мне говорит, ну вот туда-сюда, ха-хи. Вот, он говорит, а хочешь пойдем в номер ко мне поднимешься, там вид хороший поснимаешь. Я говорю, а ты на каком этаже живешь? Он говорит, на 29-м. А я помню, что MGM Grand высокая. Очень высокая. Я такой думаю, 29-й, думаю, какой там вид будет с 29-го этажа? Я говорю, шикарно. Я говорю, а сколько там вообще этажей? Он говорит, 28. Я такой, опа, а что такое? Ну, короче, вот, ну, получается, пентхаус. Лофт или как? Лофт или пентхаус? Не, наверное, пентхаус уже. Нет. Лофт, наверное. Лофт, да. Вот. И получается, что туда отдельный лифт. Ну да, да. Отдельный лифт. Такие, да. То есть в этом лифте не холопы не ездят. И Дэвид Копперфилд, то есть смотрите, вы поднимаетесь на этаж, на 29-й, куда обычным людям нет доступа. Вы, когда дверь из лифта открывается, сразу три консьержа вас встречают. Валивают. Отвечаю, сразу три консьержа вот так вот встречают. Ну потому что они понимают, что это богатый уже. Ну да, это господа как бы заходят. И Дэвид Копперфилд живет не в этом конкретном номере, а вот он мне дверь показал, там буквально через одну, через две. То есть у него номер плюс-минус идентичный, двухэтажный, с такой же квадратурой, там плюс-минус, да, то есть мы были не конкретно в номере Дэвида Копперфилда, мы были вот в таком же, в таком, как он живет, и номер, в котором я был, я же сказал, он стоит $3,500, прикинь, в сутки. Да, ну, да. Да, там номер да, пипец. Там номер за такую пипец. Сумму буду вообще. Не, ну он, короче, путешествовать по островам. Чувак по дисконту взял на неделю, ему что-то по две ну, чем-то вышло там, короче. Но все равно там. Все равно, конечно. Две штуки, я извиняюсь, тоже. Там сервис пипец, там мейды в дверь стучали постоянно, он мне говорит, бери мы все. Мы покакали раз, он мне говорит, бери все, я говорю, я пить хочу. Он говорит, бери вот, я говорю, я знаю, ты Фиджи любишь. Мне Фиджи выставляет такие ротик, маленькие. Слышу. Да. Но я что-то одно время пил, то ли на стримах, то ли так, что-то. Он говорит, вот Фиджи, вот он мне выставляет, бери, говорит, мне все восполняет. Говорит, я вот из холодильника ну, взял, да, доносит, мне да. Тут же все обратно. $2000. Да, и это. И чувак живет в Калифорнии. А, чем походу, он вуз не дует. Чем, да, ну вуз не дует. Чем он занимается, он не сказал. Я бы тоже не стал говорить. Ну так, мы с ним потрещали, короче. Да как ты с ним познакомился? За покерный стол сажусь, он говорит, здравствуй, Алексей. Прикол, слушай, два стола покерных, в каждом столе по 9 человек или по 10. Я подхожу, говорю, хочу поиграть, меня ставят на очередь, и я второй в очереди стою. Думаю, ну ладно, он менеджер вызывает человека, человека нет. Он говорит, ну ладно, раз никого нет, иди ты. Значит, Алексей. Я сажусь, чувак. А там говорить имя надо, да? Ну да, initials, не имя, initials. Я по initials, окей. Я сажусь, он говорит мне, этот как его, о,
Да, ну ты гонишь. Добрый вечер, я говорю, ну здрасте. Пипец. Слово за слово. Мы сидим, ну, это прикольно, это очень приятно. Да, слушай, мы сидим с ним, играем, ха-ха-хи, там трещим. Ну, и он говорит, что, как, что, приехал? Я говорю, да вот проездом туда-сюда заехал, ни разу не был, поснимать, вот снимаю. Заработать на жизнь приехал. Да, не, ну меня там опустили на полтинник. Я 50 долларов проиграл. А он, кстати, выиграл. 50, ты так сказал, как будто он 50 тысяч, я уже, ну, такой думаю, надо подальше от тебя держаться. Как, вот смотри, как я провел в Лас-Вегасе. Как я провел это лето? Да, смотри. В Лас-Вегасе. Вот как бы, если больше ничего не помню. Курно в июне, в сентябре отпустило, да? В декабре видео только выпустил на это. Вот. Нет, мне что нравится Лас-Вегас, это один из больших плюсов. То, что там красиво, действительно прикольно, интересно. Да, и шлюхи дешевые. О чем речь? Я не знаю, о чем. То, что там, когда ты играешь, типа играешь в казино, бесплатные напитки вам дают. В Атлантике Сити то же самое, да? В Атлантике Сити то же самое. Ну, не везде, просто как бы маленькие казино, там они все-таки как-то тебе это. А в Лас-Вегас ты просто приходишь, тебе просто всем наплевать. Ты берешь, закидываешь, вот. Ну, раньше я, когда я был... Цент закидывал и бухал. Нет, центов нету, нет. Там 5 центов, 10 центов нет. Но там 5 центов, 10... Ты закидываешь просто, и она, грубо говоря, тебе дает кредиты, да? И ты сидишь в эту... Как на рулет, как называется? Да, однорукий бандит. Однорукий бандит, да? И ты сидишь, и там вот эти кнопочки набираешь, там, вишенки, там, ананасики. И ты просто показываешь, что ты сидишь, ты играешь. То есть, если у тебя, ты просто сидишь около аппарата, но ничего не делаешь, и у тебя там не происходит движений, тебе не принесут напитки. Короче, я помню, мы так... Я попробовал такие напитки, которые, грубо говоря, в бар заходишь, ну, я не знаю, там, $15 стоят, там, 18. То есть, там, пинаколады, какие-то там Black Russian, White Long American, Long Island, whatever. Нет, ну, Long Island Steam, там, везде стоит $10-12. Ну, короче... Ты даешь доллар бабе, она приносит, и мне что нравится, там, вот здесь в Манхэттене, если пойдешь в бар-ресторан, тебе приносят 2/3 лед, маленький очень стаканчик, трубочку там, какой-то там ерунды напихают. Я хороших 5-6 дринков выпил и дал пару-тройку долларов официантке. Поэтому в этом Лас-Вегас очень мне нравится.